приехали в отель в Риксос. Такие машинки. Мы приехали в отель для того, чтобы воспользоваться их пляжем и бассейном. Мы пришли и заняли наши места. Вот. Да, две большие кровати. Вампирочка стоит работать. Расплодил. Вот, мы будем отдыхать, наслаждаться, и там впереди есть бассейн. Вот так. А вода-то холодная. А потрогай, кстати, воду в бассейне. Теплая? Значит, ее подогревается? Да, она подогревается, значит, вода в бассейне подогревается. Ладно, давайте идти дальше. Сейчас мы пойдем пробовать водичку. Значит, какая-то грязненькая здесь. Но в бассейне тепленькая. Но это зато море. Ага, Маша замерзла. Парчик. Синхронистка по подводному плаванию. Опа. Перед нами две посылочки, и я знаю, что в них, но не знаю, как это выглядит. Поэтому сейчас мы будем открывать. Давай, Маша, начнем с этой маленькой. И она легенькая прям. Здесь должна быть вспышка для селфи на телефон, а также объектив на телефон. Вот так выглядит вспышка. Здесь, Маша, будет все выпало. Объектив. Вот объектив на камеру. Как это работает, я попозже сниму, покажу, что здесь у нас внутри. Зажим для того, чтобы фиксировать объектив. И эту крышечку вот с этой стороны. Машуль, закрути, пожалуйста, здесь. И вот так. Ну, как-то недобросовестно они положили. Либо вскрывали, может, я не знаю. Ну, не совсем добросовестно. В коробочке идет у нас инструкция. Вот как это работает. И идет салфетка для протирания линзы. Вот. Следующая пакет, коробочка. Здесь у нас идет. Маш, помогай мне раскрывай. Вспышка для телефона, для того, чтобы делать селфи. Она тоже крепится на зажиме. Вот так. Здесь сверху защитная пленочка, не будем пока ее снимать. Да, здесь кнопочка, батарейки. Батарейки нужно вставлять вот здесь. Посмотрите, какие виды батареек. Мизинчиковые, две мизинчиковые батареечки. Вот так, значит, вставляете на экран. И, естественно, фото селфи будет получаться даже в темноте очень хорошее. Вот. Вот. Следующая посылочка. Это вот это. Сейчас Машенька нам ее откроет. Посылки дошли за 2 недели. Продавцов я укажу. Открывай, открывай, это все. По одному открывай. Вначале вот это давай. Вот это. Продавцов я укажу в инфобоксе, у кого я заказывала. Продавцы очень добросовестные. Мы послали все очень быстро. Значит, сейчас я покажу. Это мы все будем открывать тоже. Да, открывай вот это. Здесь, значит, наклейки со стразами. Вот наклейка вау. Вот. А здесь радуга, конечно, очень красивые наклейки, потому что на сайте они, конечно, выглядят намного меньше. Я даже не ожидала, что они будут такого размера по сравнению с моей рукой. Вот еще какие-то. Вот и здесь у нас
еще есть Китти, звездочка, все это термонаклейки. Вот тут клей, в общем, все утюгом это проглаживается. Пальма. Ну, конечно, на футболочке или на какие-то однотонные вещи это прям находочка будет. Поп. Вот так это все выглядит, очень ярко. Сейчас мы это все красиво разложим. И сделаем фотографию. Так, зафиксируем. Оп. Так, следующее. Значит, это мы убираем. И следующее. В посылке был. Значит, вот такие вот бисеры половинками. И поэтому их, конечно, очень легко будет клеить. И вот сколько цветов. Вот такие стразики. Вот, значит, получается тут у меня 6 цветов разных. Значит, черный, темно-синий, розовый такой телесный, нежно-нежно-голубой, типа джинсы. Красный такой, или темно-розовый, и темно-голубой. И черный, это уже стразы. Вот. Обычный паяльник с насадками. Обычный паяльник. Это вот для того, чтобы... Либо держатель, да. Чтобы он не это... Насадки. Вот так вот он устроен. Вот обычная розеточка. Кривенькая немножко. В общем, все. Я о ценах и продавцов я оставлю в инфобоксе. Вот такая вот распаковочка была у нас. Спасибо, Маша. Пятница началась вот с такого завтрака у нас сегодня. Молочное. Такие маленькие, маленькие. Что, две буковки, да, Маша? Mm-hmm. Алфавит английский. И тосты. Блестящий. Буква F. This is good. Да, и еще у меня есть водичка с лимоном. И чай стоит. Печеньки. И печеньки есть. Так что всем приятного аппетита и хорошей пятницы. Машинку заводить. И кто это? Маша. По традиции, если мы куда-то выезжаем вместе, Маша обычно заводит машину. Мы едем на пляж. Вот так мы обычно собираемся и едем. We didn't take cards, cards and anything. No. We will play. Okay. А, мы забыли взять с собой нарды. Покажу вам Сегодня у нас будет вот такая вот распаковочка из магазина Чиба. Магазин немецкий.
одноименное название кофе. Там внутри у них обычно есть небольшие кофешопы, где вы можете купить кофе, попробовать кофе. Так, первое, что мы купили, это вот такая термосумка для походов на пляж. Мне очень понравился ее цвет, такой небесно-голубой, вот, с таким лимонным колоритом. И, значит, она стоила 25 дирхам. 25 дирхам по-нашему это где-то 470-460 рублей. Вот, довольно-таки вместительная сумочка. Мы посчитали, что для нашей семьи именно такого размера сумочки будет достаточно. Итак, вот здесь у нас инструкция, здесь у нас ручки. Вот такая вот сумочка. Объем, ну, довольно-таки приличный объем. Вот. Вот так вот она смотрится. Контейнер, который вы храните в морозилке. Здесь специальная жидкость на дне. Сейчас я вам ее покажу. Вот, данная жидкость замораживается, и, соответственно, вы можете потом сюда положить мясные изделия, сыр, ягоды, фрукты нарезанные, и они будут сохраняться очень продолжительное время в жаркую погоду. Вот, это второй контейнер уже, который мы купили. Решили, что нам нужно два таких. И как раз вот для термосумки. Это вот такие вот контейнеры для, ну, для таких уже вещей, которые были отрезаны, порезаны, использованы. То есть это могут быть вот фрукты, это может быть сыр, это может быть овощи, которые уже вы начали, но при этом не доиспользовали. Данные коробочки у нас боксы под яблочко, вот такие вот, и под виноград, как здесь написано, нарисовано, то есть, вот. Но, естественно, здесь можно хранить и другие вещи, очень хорошего качества, без всяких запахов. Цена вот таких контейнеров 12 дирхам, ну, по-нашему, это где-то около 200 рублей. Около 200, два штуки. Следующее, что я очень хотела и искала, вот такое вот зеркало с подсветочкой. Цена зеркала почти 70 дирхам, это где-то 1200-1300. Вот, сейчас я покажу принцип. Оно заряжается, никаких батареек здесь не надо. Оно заряжается вот обычным кабелем. И вот так вот оно включается, подсветочка, не знаю, видно, не видно. Вот, вот так вот что-то выключается, включается. В общем, у меня здесь яркий свет, поэтому, может быть, и не видно. Но, значит, увеличительное, простое зеркало, увеличительное. Тряпочки вот такие для дома, для уборки. Что они хлопковые, такие у них цвета приятные. Вот, хлопковые тряпочки не оставляют никакого запаха в себе, как вот обычно синтетические ткани, которые хочется после двух использований уже выбросить. Вот, три таких тряпочки, и стоили они тоже 12 дирхам. Такую игрушку на природе, вот. Здесь все просто, но при этом мы посмотрели, что сделано качественно, то есть невозможно будет сломать, порвать и так далее. Значит, две вот такие вот махалки, как я их называю, махалки с лентами. Вот, здесь вот утяжелители, это вы можете одевать на руку или брать пальцами. И просто вот махать по-разному, и это будет, ну, то есть, соответственно, я сейчас на маленьком расстоянии машу. Вот. Любые движения производить, и будет все это дело очень красиво смотреться. В дальнейшем, когда мы будем это использовать, я вот сниму видео и покажу. Вот так. Вот такой вот магазинчик замечательный.